Примерно в 10 часов вечера дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улицы Казбегви и Толстого. В результате столкновения были повреждены сразу два автомобиля – «Лада Приора» и «Хонда Купе». Обе машины двигались по одной и той же улице. По словам очевидцев, водитель «Хонда» пытался совершить маневр влево. Водитель купейного авто, по всей видимости, не заметил двигавшуюся навстречу «Ладу». В результате аварии никто из участников столкновения не пострадал. Автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспекта Республики и улицы Бэйби Шелек. Объектами столкновения стали автомобиль марки Audi A6 и железобетонная дизайнерская конструкция. По словам пассажира Audi, авария произошла по вине самого водителя. Пожилому мужчине внезапно стало плохо. После удара очевидцы столкновения вызвали скорую. Из-за большого количества вызовов медики смогли приехать на место происшествия лишь через полчаса. В результате аварии пострадал не только водитель-пенсионер, но и его уже немолодой пассажир. Обоих пожилых людей увезли в больницу скорой медицинской помощи на скорой. С 14 августа этого года около 8 часов вечера в дежурную часть отдела полиции Сарыгашского РОВД поступило сообщение о наезде на велосипедиста на трассе Жибек-Жулы-Жетысай. По прибытию на место происшествия полицейскими установлено, что неизвестный водитель автомашины марки ВАЗ совершил наезд на велосипедиста, мужчину в возрасте 45-47 лет, и скрылся с места происшествия. Получившего в результате ДТП тяжкие телесные повреждения велосипедист доставили в реанимацию районной больницы, где он впоследствии скончался, не приходя в сознание. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции Сарыгашского РОВД задержали подозреваемого водителя автомашины ВАЗ. Им оказался житель Сарыгашского района 1984 года рождения, который признался, что в тот вечер управлял автомашиной в нетрезвом состоянии и совершил наезд на велосипедиста, после чего скрылся с места происшествия, испугавшись последствий. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назар, вот он, кушает эту сколку, Уилсон.